Я очень маленький. Там все. Ну, ну, меня убили. Пиздец, блядь. Кружу. Я не забывал. Сделайте бомбалейн. Я, блядь, нахуй. Нормально, блядь, сплыви, блядь, сплыл, блядь. Тоже, блядь? Нет, я их ёбнул, блядь. Ебать, как вы так проебались, охуею. Блядь, если бы я сейчас нахуй с днища просто ебанул бочку, блядь. Нахуй вас не послушал, блядь. Ой, бля. Я бы жив остался, нахуй, контролил их сейчас, блядь. Пиздец. Да, блядь, у нас еще бочки есть, я сейчас развернулся, я на них плыву. Я пока резнусь, блядь, нахуй, я про это... Я у тебя на корабле. Блядь, давай, короче, я тогда все сделаю. Окей, я буду плыть. Блядь, кто пиздец. Они разворачиваются. Блядь, я спускаюсь тогда. Они... Пробил дно. Шнипель, там заряжен шнипель один. Кипель там, какой. Что. Я, блядь, из-за вас не понял, как оно нормально называется, блядь. Шнипель, хнипель, блядь. Я что-то говорю, хнипель. Я улетел походу, да, потому что блядь, завис. Мап очень дикий, блядь, дали. Разворот давай. Я кружусь, блядь. А, мы не тонем, заебись. Выравнивал. Он один там? Обстреливаю нахуй! Попадаю. Блядь. Там лезет? Не-не-не, где там? Блять, паруса надо убрать, походу. Слишком близко. Быстро, точнее, прячем. Я у них, они врезаются. Я резкий сделаю. Да. Выравниваюсь сразу. Как это. Да. Блять, ты не кинул. Не было. Они горят. Я их пошел. Давайте, блять. Я на пау поворачиваю. Мачка упала. У них бочка есть. Ёбни её, блядь! Она зовёт. Не-не-не, она наверху мачта. А, мачка упала у них. Ну и что, бочка-то не взорвётся, не факт. Взорвётся, типа... Они не возьмут. Если по ней стрелять. Улетел, чел летит. Чел летит. Готовьтесь справа-лево, встречайте. Чел, справа-лево. Что-то всплыло. Справа, чел. Правый борт. Правый борт. Не успел. Он не успел. Он по мне попал, но не успел. Все, забери. Ебать, они там горят. Вот это елочка. Где они? А мне чел шмаляет. Блять, я уебался. Я их не вижу. Где они? Реально ты такие что? По бочкам. Мачта сломалась. Поднимаю мачту, быстрее крушите, все. Я беру, прошу меня, я. Все, бочек нет. Похуй. Они мачту еще слева нет. Слева нет. Мальчик починил заднюю. Они нас выворачивают. Готовьтесь шмлять. Шмлять, готовьтесь. Вправо выворачиваю. Так, чёрт, короче, хочет. Чёрт, прыгнул. Он без бочки мальчик. Херачок.
окно, прыгнул. Залез, залез, чел, залез. Я его накоцал. Блять, я к Ярику, потому что я забыл. Давай, давай, я Яка поднял. Ярик, я с тобой. Я одного убил. Нормально. А, не проплывем, там не проплывем. У меня зажигать, мне хочется шлюм перешел. Нам нужен разворот. Нас-то куда, напарник? Бросил. Лох П. Барсаек. Убил. Антон на ту... Да, хба. Крыл убей, пожалуйста. Убил. Хорошо, поднимай. Помогать. Давай. Все, у нас никого, мы всех убили вроде бы. Все, давай пока не будем бросать якорь, обстреляем. У них куча чар ядер, вообще. О. Я убили, меня убили. У них овер куча чар ядер. Это вообще очень богато. Живухились. У них школьник. А это русский. Я кулу полетел помогать. Пока обстреливаю. Окей. Кул, я у тебя. Я на помощь. Блять, не ёбли. Убил. Одного убил. Я если что, на днище. А, второй этаж убил. Я на днище, если что, мне поднять можно еще. Если сможешь. Горите, тварь, все в окне будете гореть. Я сдох. Ну там с Яриком. Меня запусти нормально только. Второй горит. Они не успеют. Все, обнул. Все, они поднули? Тонут. Тонут, все, они не успеют. Во второй этаж уже полностью забит. Я тоже лечу. Гудбай. Не был. А че у нас по кораблю? Они на наш корабль плывут. Четыре человека на наш корабль плывут. Тихо, Ярик. Я вас... You guys are idiots. Fuck you. Fuck you, bro. Они на наш корабль сейчас поплывут, я не на корабле сейчас. Они на наш корабль плыли вчетвером. Их трое, блять, максимум. Мы вчетвером, значит. Какая все, я на корабле. Пасуй. Пасите пост входа и все. У них нет же. У них там столько чар ядер, это ужас. Вижу, плывет с бочкой. Нет, не с бочкой. Пост плывет. Огненный кидает. Пофиг, без разницы, пускай кидает. Алло, что вы якорь не бросили? Мы бросили якорь. Блять, меня убили. А там все заблудил. Двое челов, слева, двое челов. Один у нас. Двое. Я, блядь, залезть не могу, где лестница, нахуй? Убил одного еще. У нас еще я. Забили. Надо их ядра идти забирать, а то. Все, я разрешил. Чуйте корабль, я воду. Почему?